кошечка Моня и три хвостатых джентльмена. В этом деле главное вовремя успеть. К сожалению, мы не всегда успеваем сделать задуманное. И это касается даже волонтера с многолетним опытом, хозяйки сельского мини-приюта Людмилу Чернецкую. Проблема основная – это нехватка финансов, из-за чего все идет не так, как хотелось бы изначально. Вот и сейчас у нас чрезвычайное происшествие. Очередное ЧП в приюте. Как говорится, не успели. Не успели простерилизовать и кастрировать наших новых хвостиков. И на тебе, кошечка Моня загуляла. Если помните, это относительно одна из последних, хотя уже после нее было достаточно много новых животных. У нас целых три джентльмена, наши Том и Джерик. Это как раз так прозванные котятки, кошечки Фреи подросли. И новенький Стасик, один из трех последних животных, который попал в сельский мини-приют Людмилы Чернецкой от хозяйки, которая на сегодняшний день, к сожалению, не стала. Наследство три животных, кошка, кот и еще один кот. Вот один кот и кошка простерилизованные, а вот Стасик был не простерилизованный, то ли не успела, то ли, не знаю что. Друзья, пожалуйста, помогите простерилизовать и кастрировать хвостиков, пока не появились котята. У нас и так уже перебор за 50 кошачьих, не считая собачуль. Да и котята могут не выжить просто-напросто в условиях приюта. И еще и Маша может скоро загулять. Но ее нельзя пока стерилизовать, девочка очень слабенькая, но совсем она еще выздоровела. Поэтому можно начать с мальчишек. Это обойдется в 1500 рублей чисто за операцию, не считая дороги и прочих расходов. И 1000 рублей Моня, поскольку ждать уже нельзя. Соответственно, расходы на такси. Нам не справиться без вашей помощи. Это огромная для нас сумма. Пожалуйста, помогите. Нам очень нужна ваша помощь сейчас.